В Новый год с новыми ценами. Мясо, стоимость которого в прошлом году стремительно росла, теперь уступает овощам. Они подорожали более чем на треть. Такой скачок эксперты объясняют отсутствием помощи аграриям. И не исключают, что в следующем году этот тренд распространится и на другие виды продуктов. Сказалась и отмена льготного НДС для аграриев, которое было 2 года назад. Здесь сказались и выплата, отказ от выплаты дотаций сельхозпроизводителям. Хотел бы сказать, что те выплаты, которые возобновились в 2017 году, они практически не касались производителей овощей. Кроме того, просто выравнивание цен с Европой. В 2018 году мы будем видеть, что цены постепенно будут расти. Мы от этого никуда не уйдем. Инфляцию в мире никто не отменял. Другой вопрос, что при нормальном управлении такой рост цен, как уже был в 2016-2017 году, уже будет просто невозможен.